Воспитанники студии «Задоринки» представили на суд жюри 9 танцевальных постановок в различных стилях и направлениях, в том числе новый номер «Бродвейский джаз» в исполнении Дианы Кукушкиной. Для девушки это был дебют в качестве сольной исполнительницы. Но я понимала, что это мой самый первый раз, самый первый показ номера. Честно, я не ждала от него каких-то больших успехов сразу, потому что я понимала, что все-таки где-то недоработала, где-то что-то не так. Но я очень сильно обрадовалась, когда узнала, что заняла 3-е место. Для меня это была огромная честь. Среди других наград коллектива «Задоринки» – диплом первой степени за народный танец, звание лауреата второй и третьей степени. Для коллектива, который только третий раз принимает участие в конкурсе «Крылья», это большое достижение, поскольку конкуренцию им составляли ведущие танцоры страны. Приходилось танцевать на одной сцене с заслуженными коллективами, с образцовыми, с театрами танцев. То есть коллективы, которым уже по нескольку лет, некоторым несколько десятков лет. И во главе таких коллективов, как правило, стоит целая команда. То есть это руководитель, это отдельный человек, это репетитор, постановщик. Учитывая серьезную конкуренцию, такое количество званий и наград стало сюрпризом и для руководителя студии, и для юных танцовщиц. Их коллектив самый лучший, уверен Задоринки. А секрет успеха в слаженной работе всех участниц. Эта победа дает нам стимул к новым победам, открывает новые стороны танца. Сейчас «Задоринки» готовятся к очередным выступлениям. Увидеть как новые, так и давно любимые номера коллектива на большой сцене саровчане смогут на предстоящих летних праздниках в нашем городе. Екатерина Опенова, Константин Островский, Владимир Лисик, служба новостей «Саров-24».